Приветствую вас на очередном уроке в тренинг-центре VivaStars. Это первый урок из серии видеоуроков «Инструменты для построения команды». В этом уроке я расскажу о самом простом инструменте. Это одностраничный сайт. Расскажу, какие сайты вы получите. И главное, расскажу, как этими сайтами пользоваться. Почему записываются уроки по инструментам? Дело в том, что основная задача нашего тренинг-центра – это как раз дать готовые, оттестированные инструменты. В дальнейшем автоматизированные схемы. Это не только один инструмент, а это несколько инструментов, работающих совместно, ведущих к одной конкретной цели. Это клиенты, вашу структуру. Изучать инструменты мы будем от простого к сложному. И начнем, как я уже сказал, с самого простого инструмента. Все вы его можете получить. Что для этого нужно будет сделать, я расскажу в конце этого видеоурока. Для кого в первую очередь важны эти инструменты? Конечно, для людей, которые не обладают какой-то экспертностью. Если вы эксперт, у вас есть этот инструмент, потому что инструмент привлечения в компанию или построения структуры – это вы. Вы привлекаете на себя, на свою экспертность, на свою харизму. Поэтому у любого эксперта есть самый важный и самый ценный инструмент – это он сам. И этот инструмент, конечно, необходимо постоянно улучшать, развивать, повышать свою экспертность, повышать свои знания в разных областях и всеми этими знаниями делиться с людьми, помогать им. Поэтому все, что нужно делать эксперту, это вести профиль в социальных сетях, проявлять активность с этого профиля, отвечать на вопросы людей в группах в социальных сетях, в личных сообщениях. Конечно, вести прямые трансляции, заниматься своим YouTube-каналом, потому что именно видео позволяет в полном объеме показать вас как человека, как эксперта. И тогда, благодаря замечательному инструменту, это себя любимому, вы будете однозначно строить команды. Конечно, необходимо помнить о важном моменте. Не забывайте в конце ваших выступлений, в конце ваших продающих постов делать призывы к действию, то есть call to action. Что необходимо человеку сделать для того, чтобы связаться с вами, получить ответы на необходимые ему вопросы. То есть обязательно делайте призывы записываться на вашу продающую консультацию, либо писать хотя бы вам в личное сообщение. Но что делать людям, которые не являются экспертом? Либо что делать тем людям, которые не хотят себя показывать, не хотят записывать видео, не хотят проводить прямые трансляции, это еще страшно, непонятно, о чем говорить и так далее. Вот для таких людей на помощь приходят инструменты по привлечению. Вы привлекаете как бы не на себя, а на тот инструмент, который вы показываете своим клиентам. И, как я уже говорил, сегодня мы начнем с самого простого инструмента, наиболее распространенного, который появился уже очень давно, это одностраничный сайт. Вот на момент записи этого ролика одностраничный сайт наш, который вы получите, выглядит вот таким вот образом. Это одностраничный сайт по привлечению на нашу обучающую платформу с бесплатной регистрацией, с абсолютно бесплатной открытой частью. Почему первым инструментом был сделан одностраничный сайт, посвященный нашей платформе? Если вы посмотрите в личном кабинете «Века роста», в разделе «Сайты», вы можете найти колоссальное количество других сайтов, которые, например, собирают подписные данные для того, чтобы потом эти данные обрабатывались с помощью программ автоматической рассылки писем, либо сайты, которые сразу же приглашают в компанию. Да, такие сайты будут у нас, но чтобы кто-то дал вам какие-то свои контактные данные, вы должны этому человеку что-то предложить. То, что называется лид-магнит, то есть за что человек должен оставлять ваши контактные данные. Если вы человека сразу же приглашаете в компанию, человек должен знать что-то об этой компании, вы должны ему что-то рассказать уже до этого. Сайты, которые сразу же подписывают в компанию, чаще всего предназначены для так называемого теплого трафика.
Это люди, которые уже знают о вас что-то, например, долго смотрят ваш YouTube-канал, либо, например, долго сидят в вашем Telegram-чате, либо подписаны на ваши странички в социальных сетях и следят за тем, что вы делаете, где вы рассказываете о своей компании. Но все это может делать эксперт. Я говорю об инструментах, которые предлагаются для новичков, то есть когда еще не о чем рассказывать, не о чем пока чем-то делиться. Поэтому наш одностраничный сайт как раз посвящен бесплатному продукту, который можно с чистой совестью предлагать всем людям, которые заинтересованы в каких-то заработках в интернете, в каком-то продвижении, в каких-то новых знаниях. Наш бесплатный продукт, наша обучающая платформа, она не требует ничего от человека, которого вы приглашаете, то есть не требует никаких денег, не требует никаких там сложных действий. Поэтому на этот продукт, на нашу бесплатную обучающую платформу легко и просто приглашать. И вот в этом видеоуроке я вам расскажу, как пользоваться нашим сайтом, где как размещать ссылки на наш сайт, чтобы получать эффект. Эффект – это подписки в вашу структуру в начале на платформе «Век роста». Это люди, которые не будут сразу подписываться в компанию «Вивасан». Это люди, с которыми вы можете общаться на платформе «Век роста», помогать им проходить наши видеоуроки, выстраивать с ними какие-то доверительные отношения. И если людям все понравилось, они захотят перейти в закрытую часть нашего тренинга, где будет еще более ценная информация, но получить доступ к закрытой части можно только выполнив необходимые действия. Ну, например, пройдя бесплатную регистрацию компании Vivasan и купив 5 продуктов, чтобы активизировать свое членство. Люди не будут платить деньги вам за обучение. Люди потратят деньги, приобретут полезные продукты. Я надеюсь, вы порекомендуете им уже к тому моменту, что им купить. Этот продукт принесет людям пользу. Это лучшая реклама компании. То есть продукция нашей компании – это продукция, которая продает сама себя. То есть не надо долго и нудно рассказывать о пользах наших масел, наших кремов. Нужно просто раз ими попользоваться. И вопрос с рекламой будет решен однозначно для большинства, конечно, людей. В заключительных уроках нашего основного курса «Как строить структуру через интернет» я уже рассказал, что необходимо передавать людям для того, чтобы пригласить их в тренинг-центр. Это набор ссылок и вашего регистрационного номера. То есть это ссылка на урок по регистрации, это ссылка на урок по регистрации для более продвинутых пользователей, это ваша реферальная ссылка и ваш номер. Вот вообще-то, если у вас еще пока нет сайта одностраничного, вы, используя вот эти информационные ссылки, можете людей приглашать в тренинг-центр, отправляя ссылки людям. Ну а если у вас есть уже какой-то опыт работы в социальных сетях, вы знаете, что отправка в личных сообщениях, либо публикация в группах, в социальных сетях ссылки, ведущие вне этой социальной сети, ну, в нашем случае, эта ссылка ведет на YouTube. Да, конечно, YouTube для большинства социальных сетей является очень трастовым ресурсом, и эти ссылки нормально воспринимаются. Но есть ссылка наша реферальная, которая ведет на сайт «Век роста». Это сайт, который уводит людей за пределы социальных сетей. И вот такие ссылки, они очень плохо воспринимаются роботами социальных сетей. И, конечно, многие люди, когда им отправляют ссылки в личных сообщениях, очень болезненно на это реагируют. Поэтому в очередной раз повторю, что прежде чем что-то человеку отправлять, поинтересуйтесь, хочет ли он получать от вас какую-то информацию, еще информацию со ссылками. Я вам дам сейчас очень хорошую практическую рекомендацию, которую вы можете творчески использовать, как вот эту информацию со ссылками отправить человеку, не нарушая правил социальных сетей. Для этого нам потребуются ваши ссылки и потребуется текстовый редактор Word. Я сейчас запускаю Word, создаю новый документ. И что я делаю? Я беру вот эти все ссылочки, выделяю их, копирую и вставляю в Word.
Немножко форматирую, ставлю маркер в конец ссылки и нажимаю клавишу Enter для того, чтобы ссылка стала ссылкой, чтобы она вот так вот подчеркнулась и стала кликабельной. Удаляю ненужные пустые строчки, после каждой ссылки нажимаю Enter, вот здесь, то есть делаю их кликабельными, удаляю ненужное, что я писал для себя. А сейчас я могу, пользуясь возможностями Word, немножко этот документ более красиво отформатировать, немножко приукрасить, что-то выделить цветом, может быть, взять и вставить свою фотографию, включить обтекание текстом, например, по контуру, вот так вот подогнать. Можете что-то еще более красиво подписать. То есть, что я делаю? Я делаю то, что называется красивый информативный документ. Если вы освоили программу создания скриншотов, вы можете вместо вот этих видеороликов сделать такую пошаговую в виде скриншотов информацию по шагам, что надо делать для того, чтобы зарегистрироваться в нашем тренинг-центре. Ну, сделать то, что я реализовал в нашем первом уроке, вот такую пошаговую инструкцию, видите, это все скриншоты со стрелочками и потом с текстовой надписью. То есть, если вы считаете, что люди, которые получают от вас информацию по приглашению в тренинг-центр, что им, ну, например, не захочется смотреть эти видеоролики, что им проще посмотреть какую-то информацию по шагам в виде скриншотов, вот можете им подготовить такой красивый документ, назвать его «Инструкция по регистрации», и в этой инструкции отобразить те шаги, которые необходимо сделать. Сделали красивый документ с кликабельными ссылками, а затем сохраняем этот документ, нажимаем «Файл сохранить как», выбираем папочку, куда это будем сохранять, но сохраняем это не в формате Word. Выбираем тип документа и выбираем формат PDF. Формат PDF – это формат, который используется для создания различных чек-листов, для создания каких-то книг. И все это делается, как я вам сейчас показал. То есть все вначале делается в Word, форматируется, оформляется красиво, а потом сохраняется в PDF. Почему именно PDF? Потому что в PDF люди уже не смогут легко и просто, например, редактировать ваш текст. Но они смогут спокойно переходить по вашим ссылкам. То есть, если кто-то щелкнет на эту ссылку, то произойдет переход на ролик, который, например, в нашем случае содержит инструкцию по регистрации в нашем тренинг-центре. И все, что вам остается сделать, в личном сообщении отправить этому человеку не набор ссылок, а что-то нам написать там информативно: «Привет, высылаю инструкцию по регистрации в ТЦ», можете это голосом продиктовать, и к этому сообщению, которое не содержит никаких ссылок, нажать на «Прикрепить», выбрать документ, найти документ на вашем компьютере, у меня он лежит, вот этот документ, нажимаю кнопочку «Открыть», документ присоединяется к вашему сообщению, и вы отправляете это человеку. То есть человек получает от вас информационное сообщение, которое не содержит никаких ссылок, то есть не травмирует роботов социальных сетей, читает это сообщение, понимает, что все, что ему нужно сделать, это открыть вот этот прикрепленный документ и прочитать инструкцию. Лучше этот документ так и называть. Пошаговая инструкция по регистрации в ТЦ. Человек будет щелкать на этот документ, он у него будет открываться, видите, ссылки опять же становятся кликабельными сразу же. Человек будет читать, щелкать на ссылки и переходить уже на нужные вам ресурсы. Вот это очень хороший способ все-таки избежать бана ваших профилей в социальных сетях, который в первую очередь обусловлен тем, что вы отправляете ссылки в личных сообщениях. Вот такой документ, он позволит тем, кто не имеет одностраничный сайт, привлекать людей на нужные вам ресурсы. В отдельном видеоуроке расскажу все-таки, как пользоваться вот этим сайтом, где размещать ссылки на этот сайт, как получать пользу от этого инструмента, который вы все получите, чтобы этот инструмент работал на вас.